Праздник первого звонка в лицее номер один отмечают с 2008 года. Двери этого учреждения выпустили не одну сотню будущих профессионалов совершенно разных сфер. А в этом году они отпустят в свободное плавание еще 23 будущих специалиста, которые в этом году сдадут единые государственные экзамены. Ряды первоклашек же пополнили 54 новых ученика. Глава города поздравила ребят и их родителей с началом нового учебного года. Желаю вам всем крепкого здоровья и как можно больше положительных эмоций и гордости за своих детей, за их достижения. Милые наши дорогие первоклашки, желаю вам полюбить школу, уроки, научиться бороться с ленью, и тогда вас ждет увлекательное путешествие. Мир знаний. Всего в школу Нефтеюганска поступило более 1500 первоклашек, а 600 учеников закончат получение полного среднего образования. Начало первого учебного года для ребят означает не только обучение азам науки, но и новую ступень в их жизни. Поздравить школьников с праздником также пришли представители команды «Югры» и депутат Государственной Думы. Птица, сидящая на ветке, она не боится упасть, и не потому, что она верит, что ветка не сломается. Она верит в свои крылья. А ваши крылья – это ваши знания, это ваши умения. Разрешите поздравить вас с этим замечательным праздником, 1 сентября. Даже солнце сегодня поздравляет вас. Прекрасная погода, ваш день. Праздник всех школьников России по традиции завершился первым звонком нового учебного года. Теперь ребят ждет местами нелегкое, но очень увлекательное путешествие в мир знаний. Игорь Шмелев, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».